Друзья, всем привет! Понедельник, приехали на авторынок «Зеленый угол». Сейчас зайдем, уже зашли на одну с вами из многочисленных стоянок. Посмотрим цены, посмотрим, сколько стоят автомобили. Вот, напоминаю, занимаюсь помощью при покупке автомобиля, поэтому, кто хочет приобрести японский правый руль, звоните, пишите, обращайтесь, телефон указан под видео. Итак, начинаем. Ну что, ребят, где лето? Лета у нас нет. Душно, сыро, мокро. Ладно, смотрим, что по автомобилям. Стояночки немного опустели за выходные. В общем, давайте посмотрим цены на автомобили. Друзья, последнее время вот просто хожу, снимаю, машины вам не открываю. Всех, скажем так, за всеми не угонишься. У кого-то это заходит, кто-то просит открывать автомобили. Давайте сегодня возьмем все автомобили, все категории, посмотрим цены. Вот. Ну и, наверное, следующее видео возьмем минивены, микроавтобусы. Потому что давненько такого полноценного видео не было. Многие тоже спрашивают. Итак, перед нами стоит Suzuki Swift 2018 год. Хорошая, в хорошей комплектации. Красивый цвет. Штатные литые диски. Хорошая резина. 690 тысяч. Свифтик, он, конечно, изменился внешне. Да? Многие даже его могут и не узнать. Машина такая, машина неплохая, но я скажу, она не особо популярная. Дальше, смотрите, стоит два интересных автомобиля. Это Toyota Auris, тоже хороший, надежный, скажем так, неприхотливый автомобиль. Он два стоит, черный, в смысле белый и черный. Таких автомобилей очень мало. И почему-то, вы знаете, почему-то тоже их не берут. Может, не берут, потому что мало. Хорошей комплектации, кожаный руль. В общем, есть вот такой вот. Наклеечка у него какая-то спортивная. Итак, стоимость данного, он 2016 год, 1.2, комплектация 120 ТРС. Аукцион 4 балла, 1 миллион 20 тысяч рублей. Белый цвет, 16 год, полторашка, 950 тысяч рублей он стоит. Посмотрите, как они смотрятся клево, согласитесь? Рядом у нас стоит Honda Grace, 2016 год. Гибридная версия, соответственно, установлен робот. Напоминаю, на не гибриде, там вариатор. 16 год, полторашка, LX-комплектация, 910 тысяч рублей. Тот же самый Fit, только седан. Toyota Premium, один из самых надежных седанов. Это уже рестайлинг идет. 1.5, 1.8 есть. Ну, в основном, конечно, идут полторашки, потому что 1.8 там сразу цена вверх. Ну и здесь тоже, извините меня, да, 15-й год, кстати, это 1.8. Ну вот сразу, да, 15-й год, 1.8. Цена 1 миллион 20 тысяч рублей. Как бы неплохо тогда. Следующий автомобиль, это Toyota Wish. Семейный минивэн, не микроавтобус, а именно минивэн. Три ряда сидений. Видите, у нас сегодня разброс, такие все автомобили есть. 14 год, моторы идут 1.8, в основном S-комплектация, 1 миллион 50 тысяч рублей. Туманки, сонары, фары, линзы, штатное литье, повторители. Есть бесключевой доступ. Цвет мне нравится такой на автомобилях. Вот сейчас, кстати, сравним, вот стоит Алион. Вот премиум, посмотрим. Алион. А вот, кстати, Алион полторашка, да. Посмотрим, сколько он стоит, увидите. Итак, дальше. Тоже класс минивэнов. Это Honda Freed. Есть гибрид, есть передний привод, есть 4WD. Что вишей, что Алионов, что премиум, и гибридов не бывает. Фриды есть. Два ряда сидений, есть три ряда сидений. Тоже они разнятся по комплектациям.
Так, ну здесь, к сожалению, цена не указана. Ценовая политика таких автомобилей, ну если мы начинаем года с 9-го, то тысяч, наверное, от 600. Ну, это пробег, это простая комплектация и пробег в районе 150 тысяч. Но, к сожалению, на Леончике цена не указана. Указан 8-й год, 4 балла, пробег 85 тысяч. Я так думаю, стоит он порядка 800 тысяч, плюс-минус. Это вот категория таких автомобилей, которые можно найти, в принципе, с нормальным, с небольшим пробегом. А вот, ребят, что касается Фридов и Спайков, это вообще отдельная категория автомобилей, это отдельный разговор. Эти автомобили постоянно пользуются спросом, постоянно просят люди найти, взять в поиск автомобили. Их найти с небольшим пробегом очень сложно. Рядом стоит у нас Toyota Corolla Fielder, старый кузов. 10-й год, ребят, 1,8. Аукцион 4 балла, стоимость 850 тысяч. Установлено штатное литье, туманки. Допустим, если сравнивать старый Fielder и новый Fielder, ну вот честно, по мне так старый Fielder, он как-то, знаете, намного комфортнее, надежнее. А новый Fielder, я не могу сказать, что это плохой автомобиль, но вот опять же в сравнении старого и нового, ну новый какой-то он погремушка, вот если честно. Смотрите, сегодня у нас все машины есть, даже есть Сиента старая. Это тоже минивэн, 3 ряда сидений. Резина у меня, смотрите, ух, какая стоит. Без климата. 2012 год. 685 тысяч рублей. Это идет рестайлинг. Фары уже идут квадратные. До рестайлинг. Там такие, знаете, смешные фары круглые идут. 10-й год, 1,5 литра, 4 балла. Пробег 92. 685. Видите, сегодня у нас машины все с такими, с нормальными пробегами. Вот стоит еще один Фрид. 10-й год, 4 балла, 665 тысяч. Prius стоит свеженький. Prius тоже как-то вот, знаете, в последнее время какой-то бум идет на двадцатке. Прям хочу двадцатку, хочу двадцатку. Двадцаточка сейчас тоже, извините, стоит. Нормально, под 700 тысяч. Не меньше. Надо будет как-нибудь добраться до верхней стоянки. Видите, хайсы стоят, велфайеры, автобусы. Довольно много автомобилей. Так, ну что у нас здесь еще есть на этой стоянке? Это одна из самых больших стоянок на авторынке. Давайте возьмем такой рабочий автомобиль, рабочую лошадку. Toyota Probox, 17-й год. 1,5 литра, есть 1,3. Так, наверное, брать не будем, потому что нам не интересно, где цена не указана на автомобиле. РВР цены нет, зато 4,5 балла и 20 тысяч пробег. Honda Fit Shuttle с приставкой Fit. Не путайте, а то звонки поступают. Хочу Shuttle, да? Shuttle. А денег у меня 700 тысяч. Ну где же вы видели Shuttle за 700 тысяч? Вот есть Fit Shuttle. Есть гибрид, есть передний привод. Есть автомобили 4WD. Народ начинает потихонечку ходить, рано еще, очень рано. Honda Insight, тоже гибрид, но гибрид не полноценный, на гибриде вы ездить не будете. 10-й год, 64 тысячи, цена не указана. Итак, Honda Step Wagon, старенький кузов, но
Тем не менее, он очень-очень популярный. 2014 год, мотор 2 литра, аукцион 4 балла, 1 290 000. Мне у него очень нравится трансформация салона. 1 290 000 рублей. Ну вот он, знаете, как-то, как вам сказать, помассивнее смотрится, да, чем последний степ. Это у нас боксик стоит. Кстати, степ-вагоны пошли гибриды свежие. Но их тут по пальцам пересчитать. Итак, Voxy 2014 год, 2 литра, 4 ВД, автомобиль ЗС, комплектация, 1 370 000 рублей. Стоит вот такой вот Voxy. Штатное литье. По низу идет хром. Фары разделены, смотрите вот. Как? Согласитесь, клево смотрится. По бокам такие фандера, накладочки идут, пластмассовые расширители. Темный салон, повторители, бесключевой доступ у него. Ну, шикарный, шикарный, конечно, полноценный семейный микроавтобус. Полноразмерный. Nissan Sirena, Highway Star. Вот Highway Star, да, она сразу расширительными бросается в глаза. год, ребят, 4 ВД, аукцион 4 балла и стоимость автомобиля 1 250 000 рублей. Он приехал за документами, кстати, с этого места забирали сирену, вот жду продавца, потому что машину забрали, выписки не было, жду выписку довести в транспортную компанию. Так, ну что у нас здесь еще есть? Филдер смотрели, пасек стоит. Семнадцатый год. Цена на пасеке не указана. Кстати, пасека тоже можно, в принципе, найти с небольшим пробегом. Друзья, ну, немного цен посмотрели. Я пошел дальше работать, смотреть для вас автомобили. Как видите, автомобили есть, рынок, в принципе, полный. Есть все автомобили, да, вот на одной стояночке у нас здесь все. И минивены, и микроавтобусы, кейкаров только нет. Поэтому, кому нужна помощь, пишите, звоните, обращайтесь. Всем спасибо, кто досмотрел до конца.